поселке Агадырь Карагандинской области от сильного ветра рухнуло новое строящееся здание на территории школы. Видео с места появилось в социальных сетях. Сообщается, что это новый спортзал и столовая. Толщина стен не превышает половины кирпича. Работы по строительству школьного здания были начаты 2 года назад. Стоимость объекта 300 миллионов тенге. При этом компания сильно отставала от графика и, как позже выяснил технадзор, использовала строительные материалы, бывшие в употреблении. Эксперты выявили и другие нарушения. Объект уже передан другой компании, остатки здания будут демонтированы. Поваленные стены кирпича – это является облицовочным кирпичом. Не было связки с основным, так как она ранее была демонтирована. Подан судебный орган иски, в настоящее время идут судебные разбирательства. Объявлен повторно конкурс, определен новый подрядчик. На основании независимой экспертизы было установлено, что кирпичи использовались в БУ, где был авторский и технический надзор. Почему вообще было разрешено строительство, где использовались некачественные материалы? Все это будет устанавливаться в ходе расследования.